В Актау могут отчислить из вуза студентов, которые не сделали прививки. Как уверяют учащиеся, с ноября на занятия пускают только тех, у кого зеленый статус в Ашике. Таких в учебном заведении большинство. Но вот 3000 студентам пары посещать запретили. Достаточно людей, которые не ходят, но почему-то многие молчат. Вот мы собрались, как говорится, группа активистов, которые недовольны тем, что вытворяет, как говорится, да, руководство вуза, и, естественно, хотим как бы с этим бороться. Многим она поставила, что не было этих студентов, и, соответственно, она как выяснила, что подаю, говорит, на отчисление из-за того, что многих не было. Пропуски. По словам родителей студентов, они неоднократно пытались выяснить у руководства вуза, на каком основании их детей не пускают в университет. Говорят, что в постановлении местного санврача есть разрешение на то, чтобы ученики с нейтральным, синим статусом ходили на занятия. Но в деканате возмущенных даже не стали слушать. Родители написали жалобу в Министерство образования. Они намерены добиваться, чтобы их дети смогли продолжить учебу. В самом университете сообщили, что 100% педагогического коллектива и больше 5000 студентов уже привиты. И рисковать их здоровьем вуз не собирается. Говорят, что учеников предупреждали о необходимости вакцинироваться. Постановление правительства за номером 612 от 24 сентября. То, что в перечень обязательных прививок вошла коронавирусная инфекция, это прививка от ковида, и кодекс Республики Казахстан о здоровье, согласно пункту 80, то, что каждый гражданин Республики Казахстан обязан заботиться о своем здоровье, а также нести солидарную ответственность за сохранение здоровья общественного. Ассаламу алейкум, халкым. Ахсым шексіз сіздерге. Дәулет. Дәулет Тенге, Динара, Анхарама, Сырымбек ағама, көп-көп, алғысым шексіз, қазақ еліме алғысым шексіз. Бірінші Аллаға рахмет, ең бірінші Динара сәлем дейді ғой. Әкемізге рахмет, Сырым ағаға, осы Дәулеттің қорына рахмет, барлық адамдарға бізде көмек берген, қазақ елімізге рахмет. И болып жатқан барлық сіздің арқаңызда. Алла разы болсын. Көп көп рахмет. Свыше 400 вкладчиков в Актау не могут получить ключи от долгожданных квартир. Застройщики уже несколько лет отодвигают срок сдачи жилья. Комплекс из 10 домов известная компания в области обещала сдать еще в конце 2020 года, но за это время получить квартиру удалось лишь владельцам двух блоков. Причины строители называли разные, в том числе нехватку на рынке строительных материалов. Даже техника появилась. Вчера таких рабочих не было. Я сюда в неделю два раза прихожу смотреть свою квартиру. Сегодня появилась и техника, и рабочие. Рабочие выросли как грибы. Срок сдачи готового дома, который изначально указала компания, третий квартал 2020 года. Многие собравшиеся здесь дольщиков, продав имущество, стали жить в съемных квартирах. А в итоге своего жилья они не дождутся уже несколько лет. На очередной встрече с застройщиком им был поставлен ультиматум. Ждите до конца 2022 года или забирайте деньги. Я вложила порядка 30 миллионов тенге, доверившись имиджу компании К7 Групп. Продали все, что было. Теперь они говорят, забирайте деньги, но они удержат 10%. Это 3 миллиона. Еще ждать возврата нужно 5 месяцев. Это что за условия? Представители компании-застройщика объясняют, мера вынужденная. Кроме рабочих рук, попросту негде взять в строй материалы. Критически не стало не хватать материалов. Именно это плиты. Перекрытие. Завод, который выпускает их, просто для города его на все строительные компании не хватило. Из-за этого у нас получилась задержка объекта. Застройщик пытается выйти из ситуации. К примеру, выкупил цех по производству плит перекрытия, в очередной раз обещая уложиться в новые сроки. Между тем, дольщики возмущены, ведь строительство более престижных жилых комплексов они продолжили, несмотря на озвученные проблемы. Жанар Масугутова, Мухаммед Шаткамат, Амикен Бизнес, Актау. В Актау завершается третий этап модернизации завода «КазАзот».
За 30 лет независимости страны из-за убыточного предприятия он стал лидером по производству селитры в Казахстане. Компания обеспечивает внутренний рынок на 40%, но уже ведутся переговоры с иностранными инвесторами о полной модернизации. Это позволит увеличить мощности и обеспечить все потребности отечественных аграриев в удобрениях. «КазАзот» – крупнейший производитель удобрений в Казахстане. По итогам 2019 года предприятие заняло первое место в рейтинге по площади использования минеральных удобрений – больше 409 тысяч гектаров. В этом году руководство наметило произвести 360 тысяч тонн аммиака и аммиачной селитры, но уже к концу года планирует побить собственный рекорд. Для сравнения, 10 лет назад завод выпускал всего 50 тысяч тонн селитры в год. В планах уже в следующем году производить 500 тысяч тонн селитры в год. Сделать это позволяет обновленное оборудование. К слову, завод самостоятельно производит электроэнергию. 70% от собственной потребности. Успешная работа подобных предприятий – это вклад в развитие региона, подчеркивают власти. Поэтому повышение доли перерабатывающей промышленности в нефтяной Мангыстауской области уделяют особое внимание. По мнению заместителя акима, благодаря экономической состоятельности государства, крупнейшие корпорации работают во всех секторах экономики Казахстана. Трав Тангирева, Рыштыс Могилов, Астана Таймс, Актау. Сотрудниками территориального департамента агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержан водитель службы КСМ международного аэропорта Актау Абдикамалов при попытке незаконной реализации авиационного топлива. В ходе следствия установлено, что он совместно с заведующим склада ГСМ аэропорта Чабаевым организовали хищение авиационного топлива керосина. В дальнейшем они реализовывали керосин по 120 тенге за литр. Перекупщики смешивали топливо с моторным маслом и продавали третьим лицам уже по 150 и 160 тенге за литр. Всего похищено свыше 60 тысяч литров авиационного топлива. Данные лица осуждены к 3 годам ограничения свободы. Пальмы начали выращивать в Актау. Научные сотрудники экспериментального ботанического сада высадили 3 вида этих экзотических деревьев. В центре Актау раскинулся настоящий зеленый оазис. Мало кому известно, но именно здесь, на 29 гектарах, выращивают более 1500 уникальных видов деревьев и кустарников. В прошлом году ученые экспериментального ботанического сада начали интродукционные испытания субтропических зеленых насаждений. 12 саженцев, 3 видов пальм, привезенных из рубежа, высадили на территории этого сада. Сможет ли разновидность этих субтропических растений прижиться в регионе с неплодородной почвой? Сейчас этим вопросом задаются многие казахстанские ученые. По результатам исследования климатических показателей Мангистау стало известно, последние 10 лет более 280 дней в году в области наблюдается плюсовая температура. Такие показатели термометра радуют не только местных жителей, но и ботаников местного вуза. Сейчас эти 1,5-метровые пальмы готовят к зиме. Сотрудники ботанического сада обматывают ствол дерева специальной тканью. Этот сорт пальм можно встретить на Черноморском побережье, Турции, Грузии и даже в России. Необычным свойством этих деревьев считается морозостойкость. Экзотические растения способны выдержать температуру воздуха минус 10 градусов по Цельсию. Возможно, в ближайшем будущем на Каспийской набережной вместо пластиковых пальм появятся настоящие. Правда, для этого необходимо около 6 лет, говорят ученые. Зара Нургалиева, Ирина Дусалиев, Актау Хабар, 24. Уважаемые водители, будьте осторожны на дороге, уважайте скорость, опасности и рискуйте своей жизнью, а также жизнью и здоровьем других участников дорожного движения. Скорость движения выбирайте на месте складывания дорожного движения, также с учетом состояния проезжей части, видимости и конкретной обстановки на дороге. По возможности изучайте вождение в ночное время суток. Риск столкновения в темное время суток 3 раза выше, чем в светлое время. Не забывайте пользоваться. Thank you.
Жаңызендегі рахат қонағынен бірнеше жезікше ұсталды. Заңсыз қызметті ұйымдастырған түнгі көбелектер келушілерге тәнін саудалаған. Жаңызен қаласының учаскелік полицейлері қоғамдық тәртіпті сақтау барысында анықтаған жеңіл жүрістер Өзбекстан, Алматы мен Тараз қаласынан келген екен. Оларға әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 449-492 баптарымен әкімшілік хаттамалар толтырылды. Айта кету керек, Астана шағын ауданында орналасқан Рахат қонақ үйінің әкімгері де дәл осындай жолмен бірнеше рет анықталып, бірнеше рет жазаға тартылған. Алайда салынған айыппұл мен ескертуді елемей, тағы да дәл осындай заңсыз әрекетке барып отырғандығын айтады полицейлер. Житель Актау продает свое тело под рекламу и утверждает, что компаниям его предложение выгодно. Алексей Цой пообщался с человеком, готовым превратить себя в билборд. Махмуд Хикматов – маркетолог, и, судя по всему, он решил внести свою лепту в развитие рынка услуг и предложил свое тело для размещения рекламы за весьма внушительную сумму – 30 миллионов тенге. Большая компания в Казахстане может за один месяц потратить эту сумму на рекламу. Они это получают на всю жизнь такую рекламу. Это очень выгодно. На любых частях тела я готов сделать татуировку. Махмуд уже получил первое деловое предложение и даже сделал рекламное тату. Но, по его словам, компания не выплатила обещанные деньги, а необычная реклама, похоже, останется на всю жизнь с ним. После того, как я сделал тату, они отказались платить. Сейчас эта татуировка у меня на шее, я никому не показываю, зачем лишняя реклама компании. Скорее всего, либо переделаю под другую рекламу, когда у меня закажут, либо просто сделаю, дополню красивой картинкой. По мнению других маркетологов, наш герой сделал гениальный маркетинговый ход. Креативно и необычно. И хайпануло на всю страну. Поэтому и реклама на теле будет работать отлично. Они, а надо его отрывать. А, да, удлинить рультинатор. Наверное, надо его булануть. Апа, қойыңыз деймін, апа. Апа, апа, қой деймін, апа. Ұят болады, апа, өтініш істемеңіз. Апа, қойыңызшы, апа. Өтініш. Өтінішіңіз деймін, апа. Жүрме, жүрме. Жүрме, жүрме. Аяғы, аяғы. Аяғы, аяғы, аяғы. Аудан 60-шы үйде, бұдан шамамен бір сағат бұрын мен есіктен шыққан кезде осында адамдарын топырлап, осындай машиналардың автокөліктерінің тұрғанын көріп, астына түссем, бір әйел 9-шы қабаттан өзін лақтырғысы төменге лақтырғысы келіп тұрған екен. Біз оған бәріміз куәміз осында адамдардың барлығы. Бүгін біздің осы 4-шы аудан 60-шы үйде жан түршігерлік бір инцидент болды.
оған көпшілік осында көә, оның дұрыс жағына шешілуге себепкер осы сотрудник есімі болады екен. Қазақтың қайыспас жігіті, нар жігіті осында жігіттердің арқасында біздің қоғамымызда адамдардың өзінің қауіпсіз сезінуі осында жігіттердің арқасында деп білемін. Мен осы адамдардың, осы тұрғындардың арқасында сізге алғысымды білдіргім келеді. 102 пультіне хабарлама түсті. 4-ші шағын аудан 60-дан әйелі кісі өз-өзіне қол жұмсамақшы, яғни сөйлесіп жоға бел болған екен. Содан кейін 9-ші аудға біз келдік. Келген кезде әйелдің нақты көрдік, мән-жай түсіндірдік, ол кісіге өзіңізге олай жасамауға өтіндік, алайда оған келіскен жоқ. Сонда оның алаңдаушылық оған білдіріп, қолымыздан келгенше құтқарып қалдық.